Всем добрый вечер. На обзоре у нас будет глина, лазурит, господи, сандин. Такая она серая, с желтыми прожилками. Она блестит, так, я не знаю, камера не передает, но у нее такой природный блеск, она такая прям бархатная. Жалко, что не придает. Я надеюсь, что я в скором времени так и не забуду купить себе лампу. Будет лучше видно. Давайте пробовать. Откусилась легко. Но сушит рот. Такая у нее мучнистая структура. Потом растворяется также в жирную кашу. Не скрипит. Залипает. Я чувствую вкус бетона, что ли. Ну, естественно, сливочная, жирная. Есть тут вкус, как у всех башкирских, какого-то разнотравья. Но бетонные нотки прям яркие, я чувствую. И вот в этом кусочке, где было черненько, я почувствовала сырость. Еще один плюсик. Мне понравилась глинка, вкусная. Не скрипит ничего. Здесь у меня такой кусочек без прожилок. Это тоже она. Как калин. Структура мучнистая такая. Прям сушат рот сильно. Ну, потом, конечно, такая жирная масса, что
Я заметила, для меня башкирские, они все с такой природной сладостью, сладостью прям. Шикарный вкус вообще. Мама, пока ждем. Извините. Это младший мой. Не может, чтобы в видео не залезть со своими писать, какать. Это шервуд был. Аленка. Ой, на. Привет. Это не Аленка. Это айсберг. Марк. Обожаю, милый. Мила. Мел. Айсберг, Антарктида, Радуга, Бусинка. Настянова, Филиполи, Селяночка. Мама, Аленка. После этого гробя, да что? Сахар. Вот так вам и тишина. Старшим, как всех, прорвало, по 10 раз в туалет сходили, смыли, хотя познают, что видео снимаю, попросила тишины. Ну, всем до сраки, они специально ходят и делают так, чтобы тишины не было. Где бы я ни села, они все равно придут и сделают так, чтобы не было тишины. К сожалению, у меня так. Еще немного шервуда.
Привет. По поводу хруста большими кусками. Если я буду мел откусывать большими кусками, я буду его долго жевать. То есть видео будет состоять из моего жевания. Многие пишут, сними видео с большими, типа, ну, с большими кусками откусывания. Я не могу кусать большие куски, не прожевывая их глотать. Я маленькие долго жую. Что говорить о больших? Могу снять видео откусывания большими кусками, но без проглатывания. Во-первых, большими кусками я быстро наемся. Вот. Во-вторых, это будет одно, я же говорю, жевание. Миксу. Кусочек медведа. Кусочек айсберга. Люблю. Мел, когда, ну, зимой, когда отопление есть, он у меня стоит возле батареи. Он прям становится такой классный, хрустящий. Он не пересыхает, так как он не на батарее. А когда только с балкона заношу, кладу на полчасика на батарею, если сразу хочу снять видео. Он тогда вообще обалденный.
Нахрустелась. Всем приятного просмотра. Всем пока.